Как сделать коктейль White Russian? Сладкий и вязкий коктейль White Russian на самом деле не является русским напитком вообще. Его так назвали, потому что главным ингредиентом является водка. Вам понадобится 1,5 унции водки, 0,5 унции кофейного ликера, 0,5 унции молока или сливок, немного льда, стакан для коктейля и палочка для размешивания. Шаг номер один. Положите 4-5 кубиков льда в стакан. Шаг номер два. Добавьте 1,5 унции водки. Шаг номер три. Залейте 0,5 унции кофейного ликера. Шаг номер четыре. Добавьте 0,5 унции молока. Молоко или сливки заливайте аккуратно и медленно по поверхности с помощью ложечки, после того, как водка и ликер хорошо смешаются. Шаг номер пять. Ставьте палочку для помешивания и подавайте к столу. Знаете ли вы, что коктейль «Белый русский» с обезжиренным молоком назвали Анна Курникова?